Вітаю, шановне господарство! Незаважно закончилося лето. Ну а ми пропонуємо вашій увазі огляд по ситуації з правами чоловіка за жнівень 2018 року. На протягу місяця протягували знаходяться в турмах політичні зневолені Дмитрий Палієнко і Михайло Жемчужний. До речі, відносно Михайла Жемчужного адміністрація президента відмовилася задоволить просьбу правоохоронної спільності Білорусі об ягоном помилуванні, спаславшися на тое, што дзеля гэтага неабходна ягоны асабісты зварот. Мы расцэнім гэты зварот адміністрацыі прэзідэнта як адмову ў памілуванні палітычнага зняволена. І спасылкі на наяўнасць нібыта неабходнасць асабістага звароту яна проста не прытрымлівалася ніякай крытыкі, паколькі раней склаўшыся практыка прававая сведчыла пра тое, што палітычныя зняволеныя шмат разоў ужо вызваляліся прэзідэнтам в форме помилования, без каких бы не было особистых зворотов. Меж тем, господар Жемчужный на протягу этого лета провел 30 дзён в штрафном изоляторе, в ШИЗА, и тиск на его место позволения воли с боку администрации колонии протягивается. Ну, так само жнівень выдался вельми горячий в контексте політично мотивованого переследу. 24 жнівня суд Советского района города Минска вынес присуд по криминальной справе активистов Незалежного профсоюза РЭП Геннадия Федынича и господара Кумлика, приговоривши их до 4 годов позволения воли без накирования в установу открытого типа, а так само с забороной займать керующую посаду на протягу 5 годов. Мы можем констатовать то, что суддзе не прагучала пераканаўчых доказаў таго, што спадар Федынич і спадар Фомлік вінаваты ў здзяйсненні злачынства, якое ім інкрымінавана. Судовы працэс адбываўся на фоне аказання ціску на сведкаў па справе, якія ў сваю чаргу на судовым працэсе заявлялі аб аказанні ціску падчас папярэдняга следства. Ну а што па прыгавору? Могу сказаць, што воспринимаю его как награду. То есть государство оценило, так сказать, то, что мы делали, то есть жизнь прожита не зря, и наше дело сделано не зря. То есть власть боится, так сказать, нас. И безумно мы будем обскарживать этот тупый приговор, потому что он не отповедает рачевидности. И чему так улада боится РЭП? Ну, вось наполохали мы ее, бачите, что и никак не можешь успокоиться. Ну, ничего, хай дрижить. А скажите, коли ласка. Задача суда і выканаўчых ладаў, якія стаяць за гэтым судом, безумоўна, і спецслужбаў, была пакараць узорным такім чынам пакараць прафсаюзных лідараў з тым, каб напалохаць беларускае грамадства, абмежаваць грамадскую актыўнасць. Позиция о правоохоронной организации не изменилась. Мы настаиваем на переглядзе этой справы и настаиваем на спынении криминальных преследований в отношении активистов профсоюза. Как, до речи, и международные правооборонщие и профсоюзные организации. Так само 7 жнюня по мимо краине прокатилась хваля затриманняў пиратрусов, которые проводились в отношении до представников незалежных сродкаў масавай інфармацыі, уключна з вядучымі інфармацыйнымі ресурсамі краінамі, краіны такімі як Белта і Тутбай. Нагодай для гэтага паслужыла разбужэнне крымінальнай справы па заяве прадстаўніку Белта аб нібыта выкарыстанні, бясплатным выкарыстанні платнай рассылкі Белта. На працягу сутак 7 жніўня не менш за 9 журналістаў былі затрыманыя, 7 з іх были змещены в изолятор часового утримания на трое суток в якости подозреваных. И натурально, что такие деньги мы расцениваем выключены как непропорционные, которые свечат об черговом наступе на свободу слова в нашей стране. Ну и так само треба значить, что на протягу месяца, на жаль, мы назирали выпадки переследу незалежных блогеров. Протягивается история переследу блогера Петрухина Берестя, который не так давно был затриманы гвалтом, доставлены в милицию. Ребята, ко мне ломятся менты. Ребята, я вообще в шоке. На место! На землю! На землю, быстро! Землю! Лицо вниз! Лицо вниз! Быстро! Лицо вниз! Все это робится в межах небыто возбужденной криминальной справы за образу службовой особы.
Таксама на працягу месяца выносіліся арышты ў дачыненні да ўдзельнікаў мірных сходаў. І такім чынам мы вымушаны канстатаваць тое, што мы назіраем значнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. На гэтай песімістычнай ноце я завершаю свой агляд. До наступных сустрэч.